Ждем, что ты скажешь о ферментации. И я думаю, может быть, сегодня у тебя будет несколько практических предложений. Собирая информацию из экосистемы и внешней экосистемы для поддержки внутренней экосистемы, мы планируем, что ты будешь присутствовать около часа. А затем в течение получаса будешь задавать вопросы и отвечать на них. Здорово. Хорошо, убери это. Хорошо? Большое тебе спасибо за то, что ты позволил мне быть частью этого. Я надеюсь, что у людей возникнут вопросы, потому что на самом деле я, вероятно, не отниму у тебя целый час. Но у людей всегда много вопросов. Так что вместо того, чтобы просто говорить о том, о чем я хочу поговорить, я бы с удовольствием послушал, о чем люди думают. И ты знаешь, брожение — это сфера жизни каждого человека, которая в некотором роде загадочна для людей. Моя миссия состоит в том, чтобы демистифицировать этот процесс. И я собираюсь в основном дать общий обзор, начав с вопроса о том, что такое брожение. А ты знаешь, почему люди повсеместно практикуют брожение. А затем я попытаюсь связать это с биоразнообразием почвы и расскажу о некоторых практических аспектах ферментации. И тогда мы посмотрим, что интересует людей. Итак, я говорю с тобой из своего дома в Среднем Теннесси. Огурцы только появляются в моем саду, и поэтому для меня это будет напряженное время брожения. Но позволь мне начать с ответа на этот широкий вопрос. Что такое брожение в любом случае? В широком смысле я бы определил брожение как преобразующее действие микроорганизмов. Если бы за нами наблюдали какие-нибудь биологи, вы, возможно, уже качали бы головами, потому что вы знаете, как биолог определил бы брожение, это анаэробный метаболизм, производство энергии без кислорода. И большинство продуктов питания и напитков, которые мы описываем как ферментированные, соответствовали бы определению биолога, но не все из них. Некоторые трансформированные микробами продукты, которые мы регулярно описываем как ферментированные, ферментируются организмами, которым требуется кислород. Это аэробные организмы. И ты знаешь, я иногда думаю об этом как о оксюморных заквасках, потому что это микробиологически преобразованные продукты питания и напитки, которые на самом деле противоречат пониманию биолога о ферментации. Так что в качестве примера можно привести чайный гриб. Напиток, который пьют так много людей. Организмы, которые превращают сладкий чай в чайный гриб, включают аэробные организмы, которым требуется кислород. Некоторые из этих организмов являются уксусными организмами. Так что уксус ⁇ это еще один пример микробиологически трансформированного брожения, для которого требуется кислород. Вот почему я предпочитаю как бы отойти от определения биолога и работать с более широким определением непрофессионала, согласно которому брожение ⁇ это преобразующее действие микроорганизмов. И все же не каждое преобразующее действие микроорганизмов мы бы описали как брожение. Так, например, ты знаешь, если ты чистишь свой холодильник и находишь пакетик петрушки, спрятанный в задней части ящика для овощей, который начал разжижаться. Ты же не вытаскиваешь этот пакет с разлагающейся петрушкой и не говоришь, «О, смотри, петрушка начала бродить. Давай съедим ее». Нет, у нас есть совершенно другой словарный запас, чтобы описать это. Мы называем это разлагающимся, а может быть гниющим или испорченным. Но, как правило, мы оставляем слово «ферментация» за собой для описания преднамеренных или желательных микробных превращений. Но ты знаешь, я думаю, тот факт, что все мы неизбежно сталкиваемся с разлагающейся пищей в наших холодильниках, в наших кладовых, может дать нам некоторое представление о неизбежности микробной трансформации нашей пищи. И ты знаешь, что если только пища не высушена так, чтобы в ней не было воды, которая могла бы поддерживать микробную жизнь. Или если пища не заморожена так, чтобы ее хранили при температуре, при которой микробная жизнь не может быть активной. Или если мы не создадим вакуум, стерильную среду, как в примере консервирования. Или если мы не будем использовать химические вещества-консерванты, которые мешают этим организмам функционировать. Микробная трансформация нашей пищи более или менее неизбежна. Ферментация практикуется повсеместно. И ты знаешь, моя идея о причине, по которой ферментация практикуется повсеместно, заключается в этой неизбежности. Микробиологические изменения происходят с пищей. Теперь реальность такова, что ничто из того, что мы едим, никогда не заселяется одним единственным микроорганизмом. Существует огромное биологическое разнообразие растений, продуктов животного происхождения, которые составляют нашу пищу. И чтобы ты знал, главный вопрос при ферментации заключается в том, какие организмы будут расти. И ты знаешь, практика ферментации заключается в том, чтобы манипулировать окружающей средой таким образом, чтобы стимулировать рост определенных видов микроорганизмов, одновременно препятствуя росту других видов организмов. И ты знаешь один аспект этого, который меня просто завораживает. Заключается в том, что знаешь ли люди действительно знали о существовании микроорганизмов только около 150 лет. Луи Пастеру приписывают то, что он окончательно определил микроорганизмы как агенты брожения и начал различать различные типы микроорганизмов. И все же есть свидетельство того, что человеческие культуры во всех частях света работали с ферментацией по крайней мере 100, по крайней мере 10 лет. Вы знаете, согласно археологическим данным, а ты знаешь, что это связано с возрастом где черепков на которых есть остатки алкоголя но я бы сказал что это действительно дает нам представление только об истории керамики потому что все более ранние сосуды для брожения были биоразлагаемыми такими как тыквы или мембраны животных или вы знаете выдолбленные деревянные сосуды или подобные вещи которые не сохранялись бы в течение 10 лет Брожение действительно такое. Это естественное явление. Это не то, что изобрели люди. И ты знаешь, если кто-нибудь собрал много фруктов, ты знаешь, что всегда найдешь какие-нибудь поврежденные ягоды или яблоки, которые уже начали бродить. Потому что ты знаешь, что есть дрожжи, которые находят свой путь. Все фрукты, все продукты, в которых есть сахар, который мог бы питать дрожжи. Но ты же знаешь, пока фрукты целы, дрожжи не могут получить доступ к питательным веществам. Но как только они повреждены, они могут начать получать доступ к питательным веществам и ферментировать сахара в спирт и углекислый газ. Ферментация ⁇ это естественный процесс, который происходит без нас или с нами. И ты знаешь, где проявляется человеческий ум и инновации, так это в создании сосудов и создании методологии. Но все эти методологии были разработаны без специальных знаний о ферментации, просто путем наблюдений, проб и ошибок. Вы знаете, люди выяснили, при каких условиях пища каким-то образом улучшится. А не станет ли она более стабильной для хранения? Будет ли из нее получаться алкоголь? Станет ли она более ароматной? Станет ли она более легко усваиваемой? Будет ли удалено какое-нибудь токсичное или горькое соединение из пищи? И в то же время пища не разлагается? Создавая эти условия, люди придумали, как стимулировать рост. То, что мы сейчас признали бы, это стимулирование роста желательных организмов. Они дают нам желаемую практическую пользу и в то же время предотвращают эту активность обескураживают, подавляют активность организмов, которые либо разлагают пищу неприятным для нас образом, либо создают неприятные привкусы, которые нам не нравятся. Или в некоторых случаях это создало бы токсины или организмы, которые могли бы сделать нас больными. Патогенная пища. Позволь мне действительно подчеркнуть, что ферментация ⁇ это стратегия обеспечения безопасности пищевых продуктов, особенно при ферментации растительного сырья, овощей и фруктов. В истории болезни не было случаев пищевого отравления или заболевания от ферментированных сырых фруктов или овощей. Эти процессы действительно внутренне безопасны, потому что кислоты, которые образуются при самопроизвольном брожении овощей, и спирт, который образуется при самопроизвольном брожении сладких фруктов, подавляют рост видов организмов, которые могут вызвать у нас болезни. Так что даже если на некоторых ферментированных овощах или фруктах окажутся клетки патогенных бактерий, которые потенциально могут вызвать у нас болезнь, побочные продукты организмов, которые будут доминировать, в конечном итоге подавят любой из организмов, связанных с пищевым отравлением. И ты это знаешь, хотя в наше время, поскольку бактерии стали так тесно ассоциироваться с болезнями, опасностью и смертью, люди проецируют свой страх перед бактериями на идею брожения. Но ты же знаешь, на самом на самом деле ферментация это стратегия обеспечения безопасности пищевых продуктов, и у нее действительно отличный послужной список. Так что ферментация это древнее явление, по крайней мере, десятилетней давности. И я имею в виду, на самом деле есть даже свидетельство того, что приматов. Множество различных видов животных, насекомых, птиц привлекает запах и вкус определенных продуктов самопроизвольного брожения. А ферментация настолько древняя, что кажется доисторической. Никто на самом деле не знает конкретного происхождения почти любой ферментированной пищи или напитка, потому что они настолько древние, что предшествуют письменным записям. И все, что у нас есть, это смутные географические представления о том, откуда берутся некоторые традиции брожения, и брожение практикуется повсюду. Я не обладаю энциклопедическими знаниями, но я имею в виду, конечно, что в каждом регионе мира практикуется брожение. И ты знаешь, каждый встречный Пример, который кто-либо предлагал мне за последние 25 лет с тех пор, как я стал одержим всем, что ферментируется. Люди часто говорили мне, что у коренных жителей Австралии не было методов ферментации. Во время моего первого визита в Австралию я отправился на прогулку по диким продуктам, и там было ореховое дерево, а орехи лежали на земле. И старейшина аборигенов, который вел прогулку, сказал: Не ешь их. Они ядовитые. Ты должен замочить их в воде на 3 или 4 дня, прежде чем они станут безопасными для употребления в пищу. Угадай, что происходит, когда ты замачиваешь сухой корм в воде на несколько дней. Это активирует дремлющие микроорганизмы, которые присутствуют, но не могут функционировать, потому что у них нет для этого воды. Как только ты помещаешь их в воду, то внезапно у них появляется вода, они могут ожить. Они могут получить доступ к питательным веществам, которые присутствуют в орехе, и расщеплять токсичные соединения до доброкачественных, безопасных форм. Ферментация практикуется повсюду. И ты знаешь, это было бы действительно трудно. Я имею в виду, я думаю, ты знаешь вполне возможно, что в ситуации охотников-собирателей. Если люди каждый день собирают пищу, которая поможет им пережить этот день мы могли бы концептуализировать кулинарную традицию, в которой нет никакого брожения. Но как только ты начинаешь ферментировать пищу сегодня, которую собираешься съесть на следующей неделе, в следующем месяце или через много месяцев, ты знаешь, что брожение действительно неизбежно. И ты знаешь, как я заинтересовался ферментацией, я переехал из Нью-Йорка в сельскую местность Теннесси 30 лет назад и начал разводить сад. А я был таким наивным городским ребенком, что мне никогда не приходило в голову, что в саду вся капуста будет готова примерно в одно и то же время. И вся редиска будет готова примерно в одно и то же время. И когда я впервые столкнулся с этой очевидной реальностью сельскохозяйственного производства, я решил, что должен научиться готовить квашеную капусту. Потому что я знал, что люблю квашеную капусту. И я знал, что квашенная капуста как-то связана с консервированием капусты. И я заглянул в радость кулинарии и узнал, как приготовить квашеную капусту. Но на самом деле... Это было продиктовано практическим императивом. Ты же знаешь, сельскохозяйственное производство никогда не бывает в одном и том же количестве каждый день. Всегда бывают периоды большого изобилия над изобилием, за которыми следуют периоды относительного дефицита. И чтобы ты знал, брожение было просто невероятно важным способом для людей справиться с этим. Ассортимент ферментированных продуктов питания иногда удивляет людей. Я думаю, большинство людей знают, что алкогольные напитки производятся путем брожения. И ты знаешь, что единственный способ, которым кто-либо когда-либо производил алкоголь, это брожение. У нас есть другие методы, с помощью которых мы можем его концентрировать, дистилляция. Но сначала ты должен его создать. А это всегда включает в себя ферментацию. В этом всегда участвуют дрожжи. Так что, но ты знаешь, у меня здесь есть несколько разных ферментированных продуктов, просто чтобы поговорить об этом. Так что многие люди не знают, что кофе ферментируется. Ферментация кофе происходит не на вашей кухне или в жаровне, где, как вы знаете, вы, возможно, покупаете свой кофе, но это происходит в конце сбора урожая. Кофейные зерна, которые мы измельчаем, не растут на таких кустах. Они растут как ягода. Так что боб окружен мякотью. И, как правило, первый этап обработки состоит в том, чтобы просто позволить этой сахаристой мякоти самопроизвольно забродить. Но ты же знаешь, в ходе этого ты знаешь, биохимия бобов меняется. И ты знаешь, ароматы, с которыми мы знакомы по кофе, частично являются результатом ферментации как части обработки. Очень похоже, что шоколадное какао – это тоже фрукт, и какао-бобы или семена заключены в сладкий, очень вкусный фрукт. Но, как правило, мякоть с семенами удаляют из стручков и дают ей самопроизвольно забродить. Это разрушает мякоть, значительно облегчает отделение любых остатков мякоти от бобов для дальнейшей обработки. И как и в случае с кофе, это изменяет биохимию бобов и развивает аромат, который так многие из нас любят есть. Один из ферментированных продуктов питания, который действительно вездесущ, это уксус. Такой уксус. Это слово происходит от французского вин эгра, такое кислое вино. И в основном ты знаешь, если ты оставишь бутылку вина откупоренной, и особенно если ты поставишь ее в сосуд с более широкой площадью поверхности, подверженной воздействию кислорода. То, как я упоминал ранее, существуют аэробные организмы, которые потребляют алкоголь и превращают его в уксусную кислоту, которая является, которая является уксус. А ты знаешь, уксус распространен по повсеместно. Всякий раз, когда я встречаю людей, которые слышат, что я делаю, и говорят мне, о, я ненавижу ферментированные продукты. Возможно, они думают о каком-нибудь действительно крепком ароматизированном сыре. А может быть, они думают о кимчи. Или знаете, о чем-то таком, что имело бы сильный аромат, который отпугнул бы их, и они просто воображают, что им не нравятся никакие ферментированные продукты. Но это было бы очень трудно сделать в ресторане без уксуса. Уксус ⁇ это просто, чтобы ты знал, часть стольких разных вещей от заправок для салатов до приправ. И ты знаешь, на самом деле почти все приправы ферментируются. Приправы старого света подвергаются прямому брожению. Так что рыбный соус, соевый соус и все наши современные приправы, кетчуп, майонез, горчица. Не всегда майонез, но они полагаются на уксус, чтобы стабилизировать их. То же самое с чатни, то же самое с сальсой. Так что уксус действительно вездесущ. Позволь мне немного рассказать о некоторых практических преимуществах брожения. Итак, я немного поговорил о вкусе. Брожение создает сильные ароматы, как будто некоторые ароматы очень сильные. Не все любят каждый аромат брожения, но люди становятся очень преданными тем ароматом брожения, которые им нравятся. И ты знаешь, если ты зайдешь в магазин изысканной еды, где угодно и оглянешься вокруг, то большая часть того, что ты увидишь, это продукты брожения. Сыры ферментируются. Существуют свежие сыры, которые не ферментируются. Но ты же знаешь, практически все сыры являются продуктами ферментации. И ты знаешь, побочные продукты ферментации накапливаются с течением времени. Чем дольше ты его ферментируешь, тем сильнее становится аромат. Вот почему у тебя есть выбор. Мягкий сыр-чедер, средний сыр-чедер, острый или очень острый сыр-чедер. Они соотносятся со временем брожения. Чем дольше вы выдерживаете сыр и позволяете бактериям, входящим в его состав, в основном потреблять лактозу и превращать ее в молочную кислоту, тем острее мы получим вкус. Сыр. Сыры почти все ферментированные. Вяленое мясо почти все ферментированные. Оливки заквашены. Соленые огурцы заквашены. Шоколад, кофе и ваниль заквашены. Хлеб весь заквашен. Такой ассортимент, какой вы найдете в магазине изысканной еды. И ферментация создает все эти сильные ароматы, и многие из них действительно уникальны. Нет ничего лучше сыра горгонзола. Нет ничего лучше соевого соуса. Нет ничего лучше рыбного соуса. Эти сильные ароматы. Не все их любят, но они действительно специфичны, и люди, которые их любят, очень-очень преданы им. Я бы сказал, это приобретенные вкусы. Я не думаю, что кто-то обязательно рождается любящим их. Но ты знаешь, мы наблюдаем за нашими родителями, мы наблюдаем за нашими бабушками и дедушками, мы наблюдаем за взрослыми вокруг нас. И это делает нас сильнее. Это дает нам повод попробовать их, а затем попробовать еще раз. Многие из этих более крепких ферментированных продуктов, ты знаешь, я не любил в детстве. Но я действительно научился любить их не только за сохранение вкуса. Ты много чего знаешь. Не все ферментированные продукты предназначены для сохранения, но многие из них таковы. Ферментация овощей, как правило, является практической стратегией сохранения овощей. Ферментация молока, йогурта, кефира, сыра. Это все, что касается консервации. На самом деле, пока ты не узнала о широко распространенном охлаждении в 20 веке. Ты знаешь, свежее молоко было, ты знаешь, не тем, к чему имели доступ многие люди, которые не были непосредственно вовлечены в выращивание кормящих млекопитающих. Потому что ты знаешь, что если там, где находятся животные, нет холодильника и нет холодильника, ты знаешь, где это продается. А в твоем доме нет холодильника, молоко не остается свежим. У нас в английском языке есть слово, которое устарело всего за столетие. Это клабер, клабер молоко, это просто молоко, которое было оставлено при комнатной температуре. А молочно-кислые бактерии, которые являются коренными жителями всего молока, потребляют лактозу, вырабатывают кислоты и подкисляют молоко. И это то, что такое сгущенное молоко. И первая видимая трансформация заключается в том, что молоко немного густеет по мере того, как оно продолжает подкисляться. В конце концов оно свернется от кислоты, так что сухое молоко всплывет наверх, образуя такую желтоватую, богатую белком жидкость. И ты знаешь, что оно действительно сворачивается вот так. В основе большого количества сыра лежит то, что вы отделяете водянистую часть сыра, сыворотку, а затем концентрируете соли. Я имею в виду, я думаю, что для многих людей в 21 веке почти невозможно понять, насколько исторически важным было брожение для сохранения продуктов питания. У нас есть холодильники и морозильные камеры. Но я имею в виду, пойми, что в 2021 году у большинства домашних хозяйств на планете Земля не будет холодильника. Только в более богатых частях мира охлаждение распространено повсеместно. И, конечно же, ты знаешь, что в отношении энергии в будущем так много неопределенности, что ты это знаешь. Действительно, нам надлежит не терять мудрости наших предков и того, как они умели эффективно сохранять продукты питания без охлаждения. Вернись на сто лет назад, и ты узнаешь, что ни у кого из нас не было бы холодильника. Вернись на 200 лет назад, и ты узнаешь, что нет понятия консервирования. Консервирование было, знаете ли, запатентовано, может быть, в 1804 году. Как чуть более 200 лет назад во Франции, где они называют консервированные продукты, они называют процесс консервирования апертизацией. Потому что они помнят имени Николаса Аперта, умного француза, который, как вы знаете, разработал концепцию стерилизации продуктов в банке. Но уберите холодильники и морозильники, уберите консервирующие химикаты, уберите стерилизацию продуктов в банках, а других методов консервирования продуктов не так уж много. Ты можешь сушить еду на солнце, если ты живешь в достаточно солнечном и сухом месте, чтобы это сделать, ты знаешь. Или ты можешь заквасить это. И ты знаешь, что большинство продуктов, консервированных путем ферментации, ты знаешь, что это не так. Они не хранятся вечно. Как ты знаешь, помидоры, запечатанные в банку, могут храниться практически вечно. Вот так это консервация на какое-то время. Ферментация овощей ⁇ это по сути ферментация в течение зимы, чтобы вы могли есть немного, знаете ли, растительных продуктов, богатых витамином С. В зимние месяцы, когда вы знаете, что нет свежей растительной пищи. Но ты знаешь наши ожидания и представления о консервировании пищевых продуктов. Действительно были сформированы наши недавние истории морозильных камер, холодильников, консервов и консервирующих химикатов. Но ты знаешь, ферментация была абсолютно необходима для консервирования пищевых продуктов. Исторически сложилось так, что одна из причин, по которой люди начинают интересоваться ферментацией в настоящее время, это соображение здоровья. И позволь мне немного рассказать о потенциальной пользе ферментированных продуктов для здоровья и о некоторых способах, которыми ферментация преобразует продукты в питательные вещества. Сейчас очень трудно обобщать. Не все ферментированные продукты обладают одинаковыми питательными питательными качествами. Шоколад это не то же самое, что квашеная капуста, а квашеная капуста это не то же самое, что солями. А солями это не то же самое, что сыр чеддер. А сыр чеддер это не то же самое, что хлеб. Все эти продукты обладают разными питательными качествами. Но процесс ферментации преобразует питательные вещества и продукты в некоторые очень четкие закономерности. И я бы сказал, что существует четыре основных способа, которыми содержание питательных веществ в пище преобразует образуется путем ферментации. Номер один я бы назвал предварительным перевариванием. Предварительное переваривание – это простая идея, что пока пища ферментируется, а вы знаете продолжительность времени, в течение которого люди ферментируют пищу, колеблется от нескольких часов для йогурта да, знаете ли, пары лет для миса или соевого соуса и других вещей. Сыры можно выдерживать годами. Конечно, ветчина иногда выдерживается годами. Есть разные вещи, которые подвергаются очень длительному брожению. Но ты знаешь, каким бы ни был период брожения, питательные вещества перевариваются и расщепляются ферментирующим организмом на более простые формы. Я думаю, что самым ярким примером этого были бы соевые бобы. Причина, по которой вегетарианские субкультуры Запада приняли соевые бобы как почти единственную замену мясу и молоку, заключается в том, что соевые бобы считаются растительной пищей с наиболее концентрированным белком. Но проблема в том, что наша человеческая пищеварительная система на самом деле не способна извлекать белок из просто приготовленной сои. И поэтому вы действительно никогда не увидите, чтобы люди ели, знаете ли, миску соевых бобов на ужин так, как они могли бы с чечевицей, нутом, фасолью пинта или другими бобами. И ты знаешь азиатские культуры, которые первыми начали выращивать сою тысячи лет назад. Осознали неперевариваемость сои и разработали все эти различные методы, чтобы сделать ее более легко усваиваемой. А ты знаешь, что многие из них связаны с брожением. Так что здесь есть много разных видов ферментированных соевых бобов. Это немного миса, которое я приготовил. Это немного соевого соуса, который я приготовил. Есть еще темпи, есть на то. На самом деле есть много других вариаций ферментированных соевых бобов. Они включают в себя. У них разные вкусы, разные организмы брожения, разные методы, разная продолжительность брожения. Но что у всех них общего, так это то, что во время брожения белок сои расщепляется на аминокислоты, строительные блоки белков. И это делает питательные вещества сои гораздо более доступными для нашего человеческого организма. Ты же знаешь, точно так же лактоза в молоке, которую так много людей с трудом переваривают, расщепляется в результате ферментации. И я постоянно встречаю людей, которые говорят мне, что они не могут выпить стакан молока, но они могут есть йогурт, сброженный из того же стакана молока. Потому что ферментация расщепляет лактозу, и чем дольше вы ее ферментируете, тем меньше останется остаточной лактозы. И ты знаешь, моя маленькая звездочка здесь в том, что ты знаешь, большинство коммерческих йогуртов, которые вы можете купить в супермаркете, ферментируются в течение минимально возможного времени, чтобы молоко застыло, около двух с половиной часов. Я обычно брожу от 12 до 16 часов. У него более сильная, более настойчивая кислинка, но это результат того, что переваривается больше лактозы. Это примеры предварительного переваривания. На самом деле даже глютен в пшенице и других злаках, который так многим людям трудно переваривать, расщепляется не дрожами, а бактериями. А ты знаешь, действительно, в этом разница между пакетиком дрожей. Это похоже на то, что это чистая культура, которая была выделена в лаборатории и размножена, и она доступна везде. Как ты знаешь, уникальный микроорганизм, которого не существует в естественном мире. Микроорганизмы есть везде, но никогда в единственном числе. Это технологическая инновация человека, которая действительно стала коммерчески доступной только в 20 веке. Это закваска для закваски. Я начал с ржаной муки и воды. Организмы, которые здесь содержатся, произошли из муки, и в ее состав входят такие дрожжи. Но в нее также входит целый ряд бактерий, в том числе молочно-кислые бактерии. А молочно-кислые бактерии могут переваривать глютен. Чем дольше вы ферментируете свой хлеб, используя натуральную закваску или традиционную закваску, тем меньше глютена будет в хлебе, который вы производите. И я постоянно встречаю людей, которые говорят, что они думали, что больше не смогут наслаждаться хлебом из-за своих проблем с глютеном. Но потом, когда они научились работать с закваской, они смогли испечь хлеб, который могли есть. Так что все это примеры предварительного переваривания. Идея в том, что питательные вещества в какой-то степени расщепляются до того, как мы их съедим, и в результате становятся более доступными для нас. Второй способ, которым продукты могут быть преобразованы путем ферментации, я бы назвал улучшением питательных веществ. И это означает, что в дополнение к расщеплению питательных веществ, содержащихся в пище, ферментация может генерировать дополнительные питательные вещества. Это действительно побочные продукты метаболизма организма. Я имею в виду, что почти каждая ферментированная пища или напиток содержит повышенный уровень витаминов группы В по сравнению с исходной пищей, с которой вы начинаете. Определенные ферменты. Как я уже упоминал, японская соевая закваска Нейтоу. У этой закваски довольно сильный аромат потому что она вырабатывается бактериями, которые создают щелочные, а не кислотные побочные продукты. И эти щелочные побочные продукты немного отдают аммиакам. И это не просто для некоторых людей, которые на самом деле не могли наслаждаться подобной пищей. Но ты знаешь, многие из нас любят сыр бри и Камамбер, у которых тоже есть похожие вкусовые нотки. И в любом случае, сыр считается самой богатой витамином к пище. Два, а также сыр и некоторые другие ферменты вырабатывают витамины группы К, которых нет в оригинальной пище, с которой вы начинаете. А еще есть такие, я называю их микроэлементами, которые являются побочными продуктами метаболизма, которые, как было установлено, приносят нам некоторую пользу. Например, в ферментированных овощах. Вот это немного похоже на традиционную квашеную капусту с капустой и морковью. Это квашенная капуста с редисом, но ее можно приготовить. Ты можешь ферментировать любые овощи, но в ферментированных овощах есть соединения, называемые изотиационатами, которые считаются антиканцерогенами и образуются во время ферментации. В НАТО, которое я тебе только что показал, есть эти соединения, которые привлекли много внимания. И на самом деле вы можете купить их в любом магазине витаминных добавок в Северной Америке прямо сейчас. Они называются натокиназа, и это разжижитель крови. А также растворяет волокна. Поэтому, когда ты слышишь о людях с закупоренными артериями, страдающих от атеросклерозом, это по сути означает, что у тебя в кровеносных сосудах накапливаются волокна, которые ограничивают кровообращение. И было обнаружено, что этот побочный продукт ферментации на то расщепляет фибрин, эти скопления. Он обладает огромным терапевтическим потенциалом. Есть много различных побочных продуктов, подобных этому, которые на самом деле только идентифицируются. Но их очень много в различных ферментированных продуктах. Третий способ, помимо расщепления содержащихся в них питательных веществ, усиления содержащихся в них питательных веществ, я бы назвал детоксикацией. И ты знаешь, это в основном то же самое, что и предварительное переваривание. За исключением того, что вместо переваривания потенциально-питательных соединений происходит расщепление потенциально-токсичных соединений. Маниока в Амазонке, где, как считается, маниока произошла из Карибского бассейна. В Западной Африке маниока растет с чрезвычайно высоким содержанием цианистых соединений, которые могут легко убить людей, если они попытаются съесть необработанные клубни. И чтобы ты знал, обработка чрезвычайно проста. Ты очищаешь их от кожуры, нарезаешь крупными кусками, кладешь в ведро с водой, которая инициирует брожение. И в течение трех-пяти дней цианистые соединения распадаются на совершенно безвредные формы, и маниоку можно безопасно есть. Не каждый токсин в пище действует так же сильно, как цианид. Щевелевая кислота может создать проблемы для некоторых людей. Щавелевая кислота разрушается при брожении. Это просто еще одно важное применение брожения во всем мире. В Австралии есть много продуктов, таких как орехи, о которых я упоминал, которые можно расщеплять или безопасно употреблять в пищу только после брожения. Тогда последний способ, которым ферментация преобразует продукты в питательные вещества, это сами бактерии. И ты знаешь, что не во всех ферментированных продуктах содержатся живые бактерии. Если ты хочешь, зайди в пекарню и купи буханку хлеба на закваске. Или даже если ты испечешь буханку хлеба на закваске дома. Когда ты вынимаешь этот хлеб из горячей духовки, бактерии, которые были частью закваски, больше не живут. Так что если ты хочешь есть тесто сырым, оно изобилует пробиотическими бактериями. Но ты же знаешь, что к тому времени, как буханка готова, бактерии уже убиты высокой температурой. Чтобы ты знал, не в каждой ферментированной пище обязательно есть живые бактерии но в любой ферментированной пище, которую вы можете есть сырой. Или я имею в виду, я имею в виду, это нормально, если оригинал, если субстрат был приготовлен в первую очередь. До тех пор, пока оно не приготовлено после брожения, в нем много-много бактерий. И ты знаешь, в основном, как мы узнали за последние десятилетия, бактерии крайне необходимы для нашего функционирования, для нашей физиологии. Каждое здоровое человеческое существо является носителем чего-то вроде триллиона микроорганизмов. Просто умопомрачительные цифры, при огромном биологическом разнообразии. Но ты же знаешь, что огромное биологическое разнообразие сократилось. Оно уменьшилось из-за химического воздействия. От антибиотиков, знаете ли, до гликосфатов и различных химических консервантов. Много разных химических веществ, в том числе хлор в нашей воде, который добавляется в воду именно для того, чтобы убить бактерии. Но ты же знаешь, всевозможные химические воздействия, которым неизбежно подвергаются люди в наше время, приводят к уменьшению биологического разнообразия в кишечнике. И ты знаешь, живые продукты, богатые биологическим разнообразием, являются стратегией восстановления биологического разнообразия в кишечнике. И, конечно же, биологическое разнообразие в кишечнике влияет не только на пищеварение, но и на иммунную функцию, функцию мозга. Действительно, почти на каждый аспект нашей функциональности. И ты знаешь, что это так. Появляется все больше доказательств того, что пробиотические стратегии увеличения биоразнообразия могут принести нам огромную пользу. От улучшения пищеварения до улучшения иммунной функции и улучшения работы мозга. И ты знаешь меньше депрессии, лучше настроения. Так что ты знаешь некоторых, некоторых концепция пробиотиков на самом деле довольно противоречива. Люди, которые занимаются производством капсул, сказали бы, конечно, в ферментированных продуктах может быть большое биологическое разнообразие, но вы знаете, что оно есть. Действительно ли эти штаммы были оценены и доказали свою пользу? Наши штаммы были изучены. Большинство пробиотических капсул являются запатентованными штаммами. На самом деле никто не вкладывает деньги в клинические испытания квашеной капусты, потому что квашеная капуста никому не принадлежит. Большинство вещей, которые люди вкладывают в контролируемые испытания, чтобы продемонстрировать их эффективность, это запатентованные штаммы. И большинство капсул с пробиотиками таковыми и являются. На упаковке может быть написано, что, как ты знаешь, в каждой капсуле содержится 5 миллиардов клеток. Но это 5 миллиардов копий одной клетки, а может быть 2 или 3. Тогда, как ты знаешь, каждая традиционная ферментированная пища действительно является проявлением биоразнообразия. Позволь мне немного рассказать о практическом аспекте ферментации и о том, как организмы ферментации попадают в пищу. Итак, название моей первой книги о ферментации ⁇ Дикое брожение ⁇ И это не фраза, которую я придумал. Эта фраза встречается во всей литературе, и она означает что-то конкретное. Дикое брожение ⁇ это брожение, основанное на организмах, которые присутствуют в пище. Давай возьмем пример с квашеной капустой. Никто и никогда. Я не должен говорить никто и никогда, но, как правило, люди не добавляют закваску в квашеную капусту. Все бактерии, которые тебе нужны, находятся в капусте или, если уж на то пошло, в моркови, репе, помидорах, апре, стручковой фасоли, во всех овощах. На самом деле все растения, растущие из почвы на планете Земля, являются хозяевами молочно-кислых бактерий. Обычно это не доминирующий штамм, но как только вы создадите среду для брожения овощей, то есть как правило погруженных в жидкость, хотя и не всегда с небольшим количеством соли, молочно-кислые бактерии становятся доминирующими в этой конкретной среде. И я имею в виду людей. В наши дни вы можете купить немного порошкообразной закваски лектоубасила с плентом. Некоторые люди любят ее использовать. Органы здравоохранения в некоторых частях мира требуют этого, хотя такой традиции нет. И ты знаешь, что в квашеной капусте нет никакой опасности. В истории болезни нет никаких проблем. Но интересно, что знаете ли почти 80 лет назад индустрия квашеной капусты в США отвергла идею использования чистой культуры закваски лактобациллсплентам, которая является бактерией, доминирующей на поздней стадии в квашеной капусте. The, the late stage dominant bacteria in, in sauerkraut. И их причина заключалась в том, что она производила некачественный продукт. Их тестирование вкуса дало информацию о том, что он был не таким вкусным. И, оказывается, ты знаешь, что ферментация квашеной капусты, в частности, на самом деле является последовательным процессом, и обычно она инициируется этими молочно-кислыми бактериями, которые повсеместно встречаются на растениях, растущих на почве, содержащей люконосток Мессерантайдес. plants growing out of soil that's stock, uh, uh И ты знаешь, а потом, когда окружающая среда становится более кислой, это дает начало другим штаммам молочно-кислых бактерий. И это немного похоже на последовательность леса, где вы знаете, что каждое дерево, которое становится доминирующим в лесу, меняет условия освещения и почвы и как бы подготавливает почву для того, каким будет следующий организм, который будет доминировать в этом лесу. И то же самое происходит в банке с квашеной капустой. Нос вкуса квашенной капусты в конце. Часть сложности вкуса заключается в накоплении аромата различных побочных продуктов брожения из этих разных штаммов. А если перейти непосредственно к бактериям конечной стадии Lactobacillus с которые обычно содержатся в маленьких белых порошках, которые люди продают в качестве закваски для квашенной капусты. Вы упускаете накопление на более ранних стадиях брожения, и это приводит к менее сложному вкусу. Так что ладно, закуска из чистых культур. Это было бы похоже на маленький пакетик лактообасила с плентом. Это было бы похоже на маленький пакетик дрожжей. Не то чтобы я думал, что это плохо использовать их. Такие стартеры, как этот, могут позволить нам создавать вещи, которые не обязательно были бы возможны в нашей среде. Так, например, я готовлю темпи, и ты знаешь, я покупаю немного порошкообразной закваски архизапаса олигоспорос. И ты знаешь, я замачиваю соевые бобы. Я готовлю соевые бобы. Я посыпаю их небольшим количеством закваски, вы знаете, держу их в теплой среде между 80 и 90 градусами по Фаренгейту в течение 20 как бы превращаются в кусочек темпи, так как этот гриб связывает их вместе. Я имею в виду, что не думаю, что в использовании заквасок есть что-то плохое, но просто людям важно понять, что они являются отходом от истории брожения. Они стали возможными и стали коммерчески доступными только в течение 20 века. И ты знаешь, они просто никогда не были частью какого-либо традиционного брожения. Теперь, как и более традиционные виды закусок, отличные от дикого брожения. Это когда вы берете немного предыдущей партии ваших ферментированных продуктов и используете это, чтобы начать следующую. Я так похож на свой йогурт. Я начал с этой закваски для йогурта, которая на самом деле была старым миром, тем, что я бы назвал семейной закваской для йогурта корни, которые уходят в Румынию. Она была в ресторане в Нью-Йорке в течение 120 лет. Мой студент, который жил в Великобритании, читал об этом в диком брожении, сходил в тот ресторан, привез немного этого обратно в Великобританию. Я преподавал вместе с ней в Великобритании. Она дала мне немного этой закуски. Я привез ее обратно. Так что это очень вкусная закуска. Но но я храню ее уже около 10 лет, но никогда не съедаю всю целиком. У меня в холодильнике есть маленькая баночка с йогуртовой закваской. Она спрятана сзади, и на ней написано «Не ешь». А я никогда не хочу использовать всю свою закваску для йогурта. Я хочу сохранить немного, чтобы положить в следующую порцию. В литературе ображение для этого есть красивое выражение. Когда ты берешь последнюю порцию, чтобы начать следующую, это называется обратным хлопком. Я переворачиваю свой йогурт уже 4 года. И ты знаешь, мы можем проследить происхождение этого, начиная с 19 века. Ты же знаешь, у моей закваски не такая долгая история. Я начал ее, как уже говорил ранее, из ржаной муки и воды около 25 лет назад, но я увековечиваю ее уже 25 лет. И каждый раз, когда я пеку хлеб или блины, или иногда я готовлю этот русский напиток, используя закваску, которая называется кавас. Но каждый раз, когда я ее использую, я экономлю немного и добавляю в нее больше муки и воды. И поэтому я использую закваску на закваске. И с помощью закваски можно приготовить почти все, что угодно. У меня есть друг, который управляет пивоварней в Северной Каролине, и он выиграл один из своих ферментационных резервуаров. Он никогда не опорожняется. Он всегда оставляет пару галлонов предыдущей партии пива, а затем, когда он добавляет свежее сусло, предыдущая партия является закваской для следующей партии. Я встречал людей, которые делают солями, которые всегда добавляют немного предыдущей партии солями в новую партию солями, которую они делают. Ты знаешь, во многих традиционных сыроварнях для доения используют одно и то же ведро и не моют его, так что оно становится средством увековечения. Своего рода переходом от предыдущей партии к следующей. Так что бэкслопинг ⁇ это одна из концепций стартера. Тогда есть скоби, симбиотические сообщества бактерий и дрожей, и что их характеризует, так это то, что они создают физическую форму, которую мы можем видеть. Значит, это чайный гриб, и ты можешь видеть, что сверху плавает маленький резиновый слой, похожий на блин, который есть скоби. Аскоби – хозяин сообщества организмов, которые придут эту резиновую оболочку, которую они разделяют и координируют свое размножение. И когда ты кладешь ее на сладкий чай, эти организмы врастают в чай. Они переваривают сахар, создают кислоты и немного алкоголя. А мать растет. Она становится толще с каждым слоем. Поэтому каждый, кто делает чайный гриб в течение какого-либо периода времени, хочет отдать его матерям. Ты можешь снимать слои и делиться ими с другими людьми. Так вот это скоби. Еще одним примером скоби был бы кефир. Молочная культура и это имеет совсем другой внешний вид, чем мать чайного гриба. Она похожа на маленькие соцветия цветной капусты, большая площадь поверхности и очень биологически разнообразна. В кефирных зернах было обнаружено более 30 различных организмов. Значит, происходит дикое брожение. Есть все эти различные виды закусок. Но ты знаешь, когда думаешь о закусках, как будто все они должны были начинаться с дикой ферментации. Ты знаешь еще один способ, которым люди иногда вводят организмы в систему ферментации, это какой-то растительный ингредиент. Значит, ты знаешь кодзи, то есть рис с растущим на нем особым грибом с ризой, который является закваской для приготовления сакэ и других спиртов на основе риса по всей Азии для приготовления соевого соуса миса. А ведь прямо сейчас во всем мире Кодзи проявляют большой интерес. И теперь ты можешь купить закваску Pure Culture. Я не вынимал ее из холодильника, чтобы показать тебе, но это всего лишь немного порошка. Но ты знаешь, есть всевозможные удивительные этноботанические описания комбинаций растений, которые люди использовали бы для смешивания в лепешке из риса, проса, амаранта или других злаков. Где собранные ботаники? ботанические ингредиенты являются источником спор этого гриба, который они выращивают. Хорошо, а теперь позволь мне просто так вернуть все это обратно в почву. Зачем это делать? Почему повсюду происходит брожение? Почему на всех растениях есть молочно-кислые бактерии? Откуда берутся эти организмы? В первую очередь это почва. И как ты знаешь, любой, кто изучает почву, понимает, что почвенные организмы имеют эти сложные взаимодействия с растениями. И они позволяют многим растениям получать доступ к питательным веществам. Ты знаешь, грибковая сеть в почве, ты знаешь, обеспечивает определенные виды обмена питательными веществами, информацией, химической сигнализацией, ты знаешь между растениями. Они создают эту сеть. Но они также необходимы, знаете ли, для того, чтобы растения могли получать доступ к питательным веществам в почве. Но так как растения растут из семян из почвы, они несут с собой микроорганизмы, которые пришли из почвы вместе с ними. И чтобы ты знал точно так же, как ты знаешь, что рождающийся ребенок несет в себе бактерии, которым он подвергся во время родов от своей матери. Точно так же каждое семя, прорастающее из почвы, получает свои, знаете ли, исходные популяции микробов из почвы, из которой оно растет. И потом есть и другие источники. Я имею в виду, ты знаешь, насекомые, которые приземляются на растения, перемещают организмы с растения на растения и иногда распространяют другие виды организмов, источник которых не обязательно находится в почве. Но почва является первоначальным источником большинства организмов брожения. Так ты действительно знаешь все эти вещи. Они связаны друг с другом. Иногда люди задаются вопросом, знаешь ли ты, что им нужно покупать органические продукты, чтобы заквасить. И ты знаешь, я всегда говорю людям, что ты знаешь, есть множество причин, по которым ты должен поддерживать органическое сельское хозяйство, а не химическое сельское хозяйство. Но брожение, похоже, все равно происходит. Чтобы ты знал, я провел сотни демонстраций приготовления квашеной капусты с любой капустой, которую мне давали люди, и это никогда не срабатывало. Ты знаешь, даже если это завернутая в целлофан капуста, ты знаешь из гигантской сети супермаркетов, ты знаешь ферментация кажется способна упорствуй. В любом случае, я могу продолжать говорить о брожении почти вечно, но это интереснее для меня и, вероятно, интереснее для тебя, если это будет немного более интерактивно. Так что мне интересно, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы, на которые я мог бы ответить. Они начинают поступать. Они начинают поступать. Твоя страсть очевидна, как и глубина твоих знаний. Конечно же, ты знаменит этим. Так что у нас есть пара вопросов. И еще у Фейт есть несколько вопросов, которые, возможно, выходят за рамки дозволенного. Так что сначала я просто сделаю пару простых, а потом мы сможем перейти к более сложным. Вилл спрашивает, при какой температуре можно хранить квашеную капусту или кимчи, по-моему, это вкусно. Как долго ты это находишь? Выдерживается при 50 или 60 или 70? Мы охлаждаем часы при 37, но когда вы делаете больше, хотели бы хранить немного в другом месте хорошо, все зависит от температуры. Я имею в виду, конечно, в полной банке квашеной капусты, знаете ли что-нибудь кислое и соленое в холодильнике. Я не хочу сказать, что что-то когда-нибудь будет длиться вечно. Но ты знаешь, если ты найдешь это спустя годы, и банка будет почти полна, все будет в полном порядке. Единственная проблема, если ты знаешь, что банка наполовину пуста, вот так. Проблема, с которой ты можешь столкнуться, заключается в том, что небольшое количество кислорода в этом воздухе может питать аэробные организмы. И поэтому у тебя, вероятно, получится небольшой обалденный слой сверху. Какой-нибудь маленький белый слой, который называется спокойными дрожами или потенциально волосатой белой плесенью. Эти вещи, как правило, безвредны. Ты можешь просто соскрести их с длинного. Если плесень будет расти, то чем дольше она будет расти, тем хуже будет ее вкус и текстура. Я имею в виду, что в полном сосуде все прослужит дольше, чем в полупустом сосуде с доступом кислорода. Теперь, что касается более высоких температур, если у вас есть подвал, в котором действительно остается 55 градусов, эти вещи тоже прослужат долгие годы. Я был в гостях. У меня есть погреб для корнеплодов под моим домом в Теннесси, где, как и в это время года, когда мы живем, дни обычно приходятся на конец 80-х или на разгар 80-х или на конец 90-х. Мой погреб с корнеплодами заканчивается в 70-х годах, и в течение нескольких недель квашеная капуста Станет мягкой, мягкой и непривлекательной. Она не становится токсичной или опасной. Для меня это просто эстетическое отвращение. Я не люблю держать ее летом в погребе, но всю зиму. Я готовлю свою большую порцию квашеной капусты, как этот фрикадельник с редиской, который я тебе показывал. У меня есть сосуд объемом 55 галлонов, который я наполняю редиской с биодинамической фермы моего друга. И ты знаешь, это здорово. С ноября по май. Мой продавец действительно говорит, что 55 градусов. И это здорово. Несколько лет назад я был в Вермонте, проводил семинар на семейных фермах Флэк в Северном Вермонте, и Дук Флэк исчез в своем подвале. Но, кстати, у их фермы, как ты знаешь, есть бизнес с добавленной стоимостью по производству квашеной капусты и других ферментированных овощей из продуктов, которые они выращивают. И Дук исчез в своем погребе и принес мне кимчи трехлетней выдержки, которая пролежала в его погребе три года. И я бы не смог отличить его от партии вкусного кимчи, который ферментировался в течение месяца или трех месяцев. Если ты действительно сможешь поддерживать земную температуру в 55 градусов, она будет стабильной бесконечно долго. Как только ты получишь градации выше этого, то так и будет. Я имею в виду, проблема, с которой ты сталкиваешься, заключается в том, что в овощах есть ферменты, которые расщепляют пектины, которые делают овощи хрустящими и хрустящими. И поэтому, когда вы получаете более высокие температуры, даже в присутствии соли, которая незначительно подавляет эти ферменты, вы знаете, что они станут более активными и со временем сделают ваши овощи мягкими. Хотя это и не опасно, один из методов спасения, который, как я видел, используют люди, это обезвоживание. Если ты обезвоживаешь мягкие овощи, они снова становятся хрустящими по-другому. Красиво, красиво. Да, корневой погреб, это мой опыт. Пока корневой погреб остается прохладным, ты можешь это сделать. Они останутся там. Они держатся довольно хорошо. Но тогда, но позволь мне сказать только одну вещь. Ты можешь приготовить квашеную капусту при любой температуре. Люди в тропиках могут приготовить квашеную капусту. Это не продлится несколько месяцев. Но им и не нужно, чтобы она длилась месяцами. Потому что в тропиках у вас нет длительного периода года, когда нет свежих продуктов. Это очень здорово. Я имею в виду, это очень элегантно, что как и в холодных местах, где это нужно, это легко сохранить. Хранить, в теплых местах, где это не нужно, это скорее проблема. Да, я думаю. Что касается меня, то ты сказал, что когда она становится мягкой, она становится непривлекательной. И я думаю, что это та температура, с которой я сталкиваюсь. Если дать ему бродить слишком долго, оно превратится из ферментированного и хорошего в кашеобразное, а затем будет храниться в корневом погребе в течение трех месяцев. Это не имеет значения. Оно всегда будет кашеобразным. Да, 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 конечно. И особенно для огурцов и других овощей в жаркую погоду. Капуста. Как правило, люди собирают урожай в конце лета, когда наступает Похолодание. Огурцы готовы в разгар лета, и уже одно это делает их более сложными для брожения. К тому же в них больше этих пектиназных ферментов, так что они просто быстрее станут кашицеобразными, несмотря ни на что. Сними конец цветка. Именно там у тебя самая лучшая, самая большая их концентрация. И я имею в виду, что здесь, в Теннесси, я просто ферментирую их в течение четырех или пяти дней, а затем кладу в холодильник и даю им бродить еще неделю или две в холодильнике. Да, красиво. У Стивена есть небольшой вопрос. Это пакет с ростками, пакет с ореховым молоком или что-то еще, что висит у тебя за спиной? Просто любопытно. Это льняной пакет для хлеба. Я не люблю класть хлеб в пластик. Мило, мило. Все в порядке. Все в порядке. Поэтому я собираюсь ответить на некоторые из этих длинных вопросов, Фейт, которые имеют отношение к микробиологии. И спасибо тебе, Сандер. Отличная презентация. Мне интересно, можешь ли ты поговорить со мной или направить меня к знаниям о том, как эндофитные микробы растения. Это те, которые живут внутри растения, они а на поверхности. Фрукты, овощи, травы влияют на питательные качества продукции после сбора урожая. Я предполагаю, что после сбора урожая именно эндофитные микробы растения расщепляют сложные молекулы Ай. Полифенолы, Е, витамины, белки и так далее. Те соединения, которые помогают квалифицировать пищу как богатую питательными веществами по сравнению со строгими условиями окружающей среды. Там же есть ферменты. Вторая часть этого, я думаю, в ней говорится продолжение. Растения с высоким питательным качеством, как ни странно, имеют более длительный срок хранения. Но по логике вещей, в них должно быть больше местных микробов. Этим микробам нужно будет питаться, чтобы выжить после сбора урожая. Эти организмы от природы более эффективны в метаболическом отношении. Или это разные виды организмы, найденные в одном и том же сорте растений, выращенных по-разному, у которых плохой срок годности? Хорошо, я просто должен сказать, что Фейд знает намного больше, чем я, просто чтобы иметь возможность задать этот вопрос. Я имею в виду, правда ли это? Я должен сказать, что я не знаю. Я даже не до конца понимаю вопрос. Мне жаль говорить это достаточно честно. Так что думаю, я могу попытаться разбить его на части и предложить некоторые вещи, которые я понимаю, и посмотреть, есть ли здесь что-то в этом роде. У многих людей есть опыт, когда растения имеют более высокие показатели по кирпичу, лучший вкус и так далее, у них более длительный срок хранения. Так что помидор не сгниет через неделю или через три дня, это займет две недели, он высохнет. Некоторые апельсины сгниют, некоторые апельсины высохнут. Насколько я понимаю, более длительный срок хранения в большей степени связан с биохимической сложностью растения и тем, что некоторые из этих соединений не могут быть переварены микробами. Так оно и было. Растение простояло дольше, потому что стало более неудобоваримым. Ты сказал, что обезвоживание — это пример. Так что хорошо, да. Я бы просто сказал, что нет такого соединения, которое не могло бы быть переварено микроорганизмами. Конечно, да, это похоже на то, может ли микроорганизм переварить его прямо там в это время. Должно ли с ним что-то случиться, чтобы микробы смогли получить доступ к питательным веществам? Но ты же знаешь, там нет никаких соединений. Ты знаешь это, ты знаешь, что растения производят. Или люди придумали, как это сделать. Микробы не могут разрушаться. А когда у нас будет нефть? Но я просто расскажу тебе. Я расскажу тебе об опыте, который у меня был пару лет назад на моей ферме, где я собрал две корзины с бушелями вместе, воткнул их в сарай для сбора урожая и разобрал месяц спустя. А там была куча капусты между двумя корзинами с бушелями, которая высохла, но не сгнила. И я подумал, можно подумать, куча капусты между двумя корзинами с бушелями вроде бы должна была сгнить, но вместо этого она высохла. И поэтому я думаю, что у нас есть примеры культур с более высоким уровнем питательных веществ, которые делают это с течением времени, высыхая и не разлагаясь. Но да, нет. Но я имею в виду, я бы подумал, что это связано с условиями окружающей среды. Просто это позволило ему высохнуть, высохнуть быстрее, чем раньше. Ты видел два апельсина на прилавке, и один из них превратился в твердый коричневый шарик, а другой в зеленую мякоть, верно? У тебя был такой опыт, как будто они оба находились в одинаковых условиях окружающей среды, и один сгнил, а другой высох. Да, но они могли и не вырасти. Они, вероятно, не были выращены в одинаковых условиях окружающей среды. Мой друг, фермер Биодинамик, сказал бы мне это. Его почва. Ты знаешь, что он, что он, ты знаешь, десятилетиями добавлял биодинамические препараты, ты знаешь, просто производил вещи с более прочной оболочкой, которые были намного более стабильными и служили намного дольше из-за, ты знаешь, кремнезема, который он добавлял. А ты знаешь, тут так много факторов. Это не так. Дело не только в микроорганизмах, в пище или в окружающей среде. Дело еще и в структуре самой пищи. Это, конечно, во многом зависит не только от почвенных условий, но и от условий окружающей среды во время роста растения. Да, нет. Это, да, хорошие вопросы. Позволь мне, позволь мне указать людям на некоторые интересные исследования. Но там есть микробиолог из университета Тавца, лаборатория Бенджамина Вольфа и Бен Вольф и его сотрудники, вы знаете, собирали образцы почвы с ферм. Собирали образцы растений с тех же ферм и делали квашеную капусту из растений с этих ферм. И я пытаюсь, пытаюсь по-настоящему разглядеть. Ты знаешь, в какой степени биоразнообразие в почве проявляется в виде биоразнообразия на растениях. И в какой степени это приводит к различным качествам ферментированного овоща в конце. И они также исследовали множество других вопросов, связанных с микробными сообществами ферментированных продуктов. Но они пытаются понять, как это связано с биоразнообразием почвы. Блестяще. Это прямо здесь, на улице. Я бы с удовольствием проследил за ними и посмотрел, каковы следствия между микробными сообществами и биохимическими соединениями по мере их прохождения. Это очень-очень интересно. Нам так многому нужно научиться, не так ли? Это не то, чего мы понимаем. И дело в том, что это такая область исследований. Потому что, как ты знаешь, как ты знаешь, как ассоциация пищевых продуктов с биопитательными веществами. До тех пор действительно, до нового тысячелетия у науки действительно не было методологии для изучения сложных сообществ микроорганизмов. И поэтому сейчас мы просто разрабатываем эти микро, эти методологии. Ты думал, что почвенные грибы — это плохо? Да, верно. Грибы — это плохо, как и фунгициды, Похоже, фунгицид — это хорошо, за исключением того факта, что растения эволюционировали в симбиотические отношения с грибами в течение очень длительного периода времени. Хорошо, Ленор спрашивает. Можешь ли ты ответить на противоречивые опасения многих врачей по поводу пациентов с кандидозом с хроническими дрожжевыми инфекциями, чтобы избежать ферментированных продуктов? Что делает яблочный уксус по сравнению со многими другими уксусами, более терапевтическим в качестве противовирусного, противогрибкового, пробиотика и так далее? Хорошо, я не уверен, что могу говорить с тобой. Знаешь, чем яблочный уксус отличается от других уксусов? За исключением того, что ты знаешь, что такое белый уксус, ты знаешь, это очень странный промышленный процесс, который сильно отличается от традиционных уксусов, которые ты знаешь. Яблочного уксуса, солодового уксуса, винного уксуса. Ты в основном начинаешь с ферментации. Ты создаешь спирт, а затем из этого спирта оставляешь его под воздействием кислорода, и происходит этот второй процесс ферментации, превращающий его в уксусную кислоту. Но я могу затронуть более широкие вопросы о кандидозе и ферментированных продуктах. Значит, ты знаешь, что питает кандиду. Это сахар. Так получилось, что сахар является основой многих ферментированных продуктов, включая алкогольные напитки, уксус и чайный гриб. Так что давай возьмем пример с чайного гриба чайный гриб. Часть сахара метаболизируется в кислоты, но часть сахара остается. Если бы весь сахар был превращен в кислоты, он был бы на вкус как уксус. И действительно, если оставить чайный гриб бродить в течение месяца, он превратится в уксус, и большинство людей не захотят его пить. И они уж точно не смогут выпить большой стакан этого напитка. Чтобы ты знал, что все начинается, как ты знаешь, с одного сахара и почти без кислоты. Ты всегда добавляешь немного зрелого чайного гриба, чтобы подкислить окружающую среду, но все начинается с высокого содержания сахара и низкой кислотности. Если ты позволишь этому продолжаться, то в итоге останешься без сахара. Очень высокое содержание кислоты. Но там, где люди любят это пить, это где-то посередине. Там, когда ты знаешь, что часть сахара превратилась в кислоту, а кислота, ты знаешь, что люди воспринимают кислоту как акцентный аромат чего-то, что все еще остается сладким. Если ты пьешь чайный гриб, и у тебя проблемы с кандидозом, ты знаешь, что пьешь что-то, в чем все еще есть остаточный сахар, который потенциально может подпитывать твою дрожжевую инфекцию. Если ты выпьешь такой алкогольный напиток, как этот, в нем все равно останется немного остаточного сахара, который может накормить твою кандиду. С другой стороны, я слышал, что ты знаешь так много людей, которые включали, ну, знаешь, квашеную капусту или йогурт, или знаешь виды заквасок, которые не начинаются с сахара. Там, где у тебя есть, другие виды углеводов, которые бродят. И многие люди, которых ты знаешь, сообщают о большом успехе, включив ферментированные продукты в диету против кандидоза. Я имею в виду, что я пришел к убеждению, что общий медицинский совет избегать всех ферментированных продуктов на самом деле является советом людей, которые не могут утруждать себя развлечением различных видов ферментированных продуктов. Но ты же знаешь, что я не практикующий врач. Я стараюсь не давать предостерегающих советов. Да, для меня это имеет большой смысл. Я скажу, да, хорошо. Простой вопрос, какой ресторан в Нью-Йорке, откуда взялась культура закваски? Это культура йогурта. Это старая лавка на Хьюстон-стрит по имени Яна Шимель. Окей, это настоящее заведение Старого Света, которое по-прежнему представляет собой маленькую дырку в стене. И они в основном делают кныши. И у них есть йогурт. Я даже не уверен, что знаю, что такое кныш, но это маленькая картошка. Маленький картофельный пирог. Окей, круто. Я собирался подумать, что это что-то на основе муки. Хорошо? Куан Карлос спрашивает, использовали ли вы ферментацию, чтобы помочь своим растениям? Чьи из сорняков и тому подобное? Конечно. Я бы сказал, что каждая компостная куча — это пример брожения. Так вот это не так, это в идеале не анаэробный метаболизм. Но ты знаешь, если мы собираемся дать широкое определение ферментации, то это преобразующее действие микроорганизмов. Ну ты знаешь, это то, что требует, ты знаешь преобразование кучи, ты знаешь растительных отходов, кухонных отходов, навоза и всего остального, что ты мог бы положить в свою компостную кучу. И ты знаешь превращение всего этого в перегной. Я имею в виду, я бы сказал, что ферментация – это основа плодородия почвы. Даже если это просто в лесу, это опад листьев, разрушающийся под действием грибков и бактерий. Это создание почвы, обновление почвы, создание плодородия для большего количества растений. Но, конечно, я поиграл со множеством различных компостных чаев, я построил небольшую аэробную пивоварню, следуя тому, как рекомендует это делать Элейн Ингхэм. Я делал много более неформальных вещей. Я имею в виду, что во время моих путешествий по Латинской Америке, я видел, знаете ли, просто невероятное количество, знаете ли, бочек. Знаете ли, наполненных, знаете ли, различными видами, знаете ли, растительных материалов, морских водорослей, знаете ли, опавших листьев, чем угодно. Есть много специфических методик. Я сталкивался с корейским натуральным земледелием, где они берут немного риса, кладут его в коробку, подопавшую листву, и поощряют эти организмы расти на рисе, а затем используют его в качестве закваски. Японский метод называется бакаши, где люди используют препарат, называемый М-эффективные микроорганизмы. Существует много разных методик, и как и во всем, что связано с сельским хозяйством и садоводством. Ты знаешь, что у людей могут быть очень разные подходы, и все равно они добиваются больших успехов. Но я думаю, ты знаешь, что объединяет все эти разные подходы. Так это то, что микробное разложение различных органических материалов способствует плодородию почвы, на самом деле больше чем что-либо другое, создавая биоразнообразие. Да, нет, нет. Основа микробной изощренности, сложности и жизнеспособности, я думаю, это то, откуда берется успех. В целом, нюансы, может быть, невозможно отследить, и, вероятно, в них нет необходимости. Ну да, да, абсолютно красиво. И позволь мне сказать еще кое-что. Ферментация в сельском хозяйстве этим не ограничивается. Определенные виды семян тебе нужно, тебе нужно заквасить, прежде чем они станут плодородными. Семена помидоров. Много растений. Но кроме того, для кулинарного использования используй клетчатку. Есть такое слово, которое называется чтение, которое происходит от голландского слова, означающего гниение. И в основном ты знаешь, если бы ты захотел сделать, ну знаешь, волокна из, ну знаешь, конопли или амаранты или других, знаешь, больших коренастых растений. Ты просто замочи их в воде, и ферментация разрушит всю эту соединительную ткань и высвободит волокна. Я имею в виду, что ферментация находит так много применений не только в продуктах питания и напитках. Да нет, это так. Когда я преподаю свои курсы, я называю это принципами биологических систем. И я всегда говорю, смотри, это не из пищевой цепочки, знаешь что? Мы стараемся способствовать процветанию в максимально возможной степени. И единственный вопрос в том, знаешь ли ты, что происходит в твоей экосистеме? Это ограничивает, это мешает этому происходить? Потому что все уникально. И это происходит, как только мы понимаем, что за все отвечают микробы. И когда они счастливы, только тогда мы процветаем. Тогда внезапно мы смотрим на весь процесс под другим углом. Да, хорошо, у Мэтта есть вопрос. Как производитель сидра, я знаю, что вкус потенциально может быть уникальным для производителя сидра, даже по сравнению с другим производителем сидра, использующим тот же сорт яблок. На это может повлиять географический район, почва или процессы, но я часто думал, что на это может повлиять и наш личный микробиом. У тебя есть какой-нибудь опыт или мысли по этому поводу? Конечно, конечно. Я не хочу ничего из этого сбрасывать со счетов. Я бы сказал, что уникальный микробиом фермы, где растет дерево, оказывает большее влияние, чем ты знаешь о своем уникальном микробиоме. Но ты знаешь, я не хочу сбрасывать со счетов возможность того, что подобно человеку, чьи руки прикасаются к яблокам, я мог бы внести в это что-то уникальное. Я имею в виду, я, конечно, встречал пекарей, которые считают, что крайне важно смешивать руками, а не ложкой, потому что на это так сильно влияет. Знаете ли, личное микробиологическое влияние. Но ты знаешь лично, я верю, что влияние, знаешь ли, уникальных сообществ организмов, которые проявляются в почве в разных местах, будет более влиятельным, чем то, что у тебя на руках. Ты можешь использовать один и тот же сорт и выращивать его в разных условиях с другим микробиомом в почве. И это окажет серьезное влияние даже на соединения, содержащиеся в яблоках с самого начала. Да, как ты говоришь, на плотность питательных веществ, на количество кирпичей, на так много разных вещей в яблоке. Да, да, красиво. Мэнди спрашивает, здесь написано, «Сандор, мне понравилась твоя книга «Ображение как метафоре». Как эта книга была воспринята? Ты представляешь себе, что нужно больше работать над продвижением этих идей, меняющих сердца и умы? Хорошо, во-первых, хорошо, так что позволь мне, позволь мне показать эту книгу. Это книга, которая только что вышла во времена пандемии. «Метафора брожения». И это своего рода извилистое исследование, начинающееся с того, что ты знаешь как. В английском языке мы используем слово ферментация для описания любого вида бурлящего возбужденного явления, вы знаете, а затем, а затем просто знаете. Как бы исследуем другие, знаете ли, связанные аспекты. И ты знаешь, честно говоря, эта книга продавалась далеко не так хорошо, как мои более практичные книги. Но ты знаешь, я чувствую себя очень приверженным расширению контекста для разговоров о И ты знаешь, в каждой из своих книг я пытался это сделать. И я продолжаю пытаться это делать, когда я разговариваю с людьми в разных местах ображения. Позволь мне просто показать и другие мои книги тоже. Искусство брожения. Это моя самая большая книга, в которой содержится самая подробная информация о брожении. Это не совсем рецепты, но она очень ориентирована на то, как ферментировать самые разные виды продуктов. И еще одна моя книга «Революция не будет разогреваться в микроволновке внутри подпольных продовольственных движений Америки». И я написал эту книгу после того, как в 2003 году вышла моя книга после дикой ферментации, и я совершил это книжное турне по пересеченной местности. Я только что встретил так много людей, занимающихся интересным массовым продовольственным активизмом. От городских садоводов, хранителей семян и ныряльщиков в мусорные контейнеры, до знаете ли людей, участвующих в различных движениях в области питания и подполье сырого молока. Я только что вдохновился написать книгу о массовом продовольственном активизме. А ведь эта книга просто о разных видах активистских движений. И ты знаешь, на этой неделе я как бы заканчиваю просматривать корректуры страниц для своей следующей книги, которая выйдет в октябре и называется «Путешествие брожения». Это то, что ты знаешь о различных видах новых ферментированных продуктов и напитков, о которых я узнал во время своих путешествий, которые были довольно обширными. И ты знаешь, существует такой большой интерес к ферментации. На самом деле я преподавал примерно в двух десятках стран и познакомился с традициями ферментации во многих разных местах. И именно об этом моя новая книга. Замечательно. И ты знаешь, для тех, кто не знает о твоей роли в более широкой экосистеме, ты специалист по ферментации. И здорово, что у тебя есть эти книги и культура. И всех, кто заинтересован в том, чтобы приобщиться к этой культуре и сообществу, я бы действительно направил к тебе в первую очередь. Я знаю, что многие другие люди в этом замешаны. Но да, спасибо тебе за твою работу по продвижению этого. Ты знаешь, возвращению этого или, по крайней мере, к западной англоязычной культуре. Похоже, ты там уже был. Ты был очень, очень полезен в этом. Так что спасибо тебе, Билл.